Всем привет! Сегодня у нас выходной, и мы решили поездить немножко по Осло, показать вам Осло. И также мы посетим блошиный рынок и покажем вам, что можно здесь купить в Осло. Итак, поехали! Наше путешествие начинается с центральной площади Осло, где расположена бронзовая скульптура тигра, которая встречает и словчан, и гостей столицы уже на центральном вокзале. Я выбрала для вас это воскресенье не случайно. Именно сегодня, по удивительному совпадению, одновременно открыты барахолки в Осло, а еще в этот день вход во многие музеи бесплатно. Для тех, кто не знает, Осло коммуна раз в году организует программу «Турист в родном городе». В этот день всем жителям Норвегии, а также туристам, предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте, а также бесплатное посещение большинства музеев. В весенне-летний период в Осло организуются барахолки по-норвежски «Люпемаркет». Здесь можно приобрести предметы домашнего обихода, в том числе посуду, куклы, детские игрушки, а также книги, пластинки, музыку, видеотехнику, лыжи. На этой барахолке вы можете познакомиться с местной культурой. К примеру, вы увидите маленьких детей, которые себе сами выбирают лыжи, так как норвежцы, как говорится, рождены уже на лыжах. И еще вы сможете посмотреть много папочек с маленькими детьми, так как Норвегия – страна матриархата, и мамочки в это время гуляют в кафе или занимаются шопингом, когда папочки ходят по барахолкам или по паркам с колясочками. Это очень трогательное зрелище. Любой уважающий себя норвежец будет торговаться на барахолке, потому что это приветствуется. Вот посмотрите, как мужчина сторговал себе две лампы всего-то за 100 крон. Или это примерно 10 долларов. После барахолки наш путь лежит на Экибриге, так как мы проголодались и решили посетить наш любимый ресторан итальянской кухни, который называется «Италай». И вот вы посмотрите, как мы тут повеселились. И наш счет также я прилагаю, что мы заплатили всего-то за две пиццы и два бокала вина. Но я вам скажу, что пиццы вкуснейшие. Я вам рекомендую посетить этот ресторан. Как вы помните, поскольку у нас с собой есть City Pass, который мы получили благодаря программе «Турист в родном городе», то мы решили посетить также Музей современного искусства. И там была выставка безумного художника-скульптора Такеши Мураками. Музей современного искусства на Экибриге называется Аструпфарный музей, и он совсем недавно открылся в Осло. Совершенно новый, красивенный музей. И кроме этого безумного художника, мы даже посетили обычную экспозицию, которая почти не меняется, и там из года в год в этом музее. Вы можете посмотреть немножко здесь. Итак, хватит уже бла-бла, наслаждайтесь красивыми видами Осло, и увидимся в следующий раз уже во Франции. Всем хорошего дня!